Итак, здравствуйте, ребята, все, привет. Значит, сегодня 2 июля. Решил записать видео с Прохоровского пляжа для канала Архипка онлайн. Вот. Для канала Валерич Архипка тоже записал видео отдельное. Значит, здесь вот у нас, мы сегодня находимся на Прохоровском пляже. Здесь находится такая бетонная конструкция, которую сделали люди специально для того, чтобы можно было съезжать сюда на машинах. Значит, здесь также ходят кораблики. Значит, стоят, пляж обустроен. И очень неплохо стоят вот такие зонтики, чтобы можно было находиться здесь в тенечке хоть каком-то. Есть парковка для машин. Вот сюда приезжают. В прошлом году было 50 рублей в час. Я не помню, не знаю, сколько сейчас в этом году. Сюда можно по вот этой бетонной конструкции спуститься на машине и спокойно провести время. Значит, здесь меньше народу, чем на центральном пляже, на том же. Вот, машин очень много, семьи отдыхают. Здесь находится точка по, значит, обслуживанию. Значит, здесь можно пиво попить, квас, лимонад, все дела. Цены, значит, на пиво все 100 рублей, на лимонад, на квас 50 рублей. Значит, пляж расположен возле, за горой, Верблюд, или некоторые называют крокодил. Здесь все обустроено. Вот люди отдыхают. Вот, не будем их сильно там заснимать, чтобы не нарушить там их покой. Тут музон играет какой-то. Вот пляж, значит, разделен на две части вот такими вот волнорезиками, как видите. Из камней сделан волнорезик. Сейчас мы туда спустимся, я вам его покажу. Здесь же спасательная вышка, спасательный пост и медпост. Он же массажный кабинет. Тут же можно купить всякие прибамбасы для купания. Ласты, маски, трубки и все прочие прибамбасы. Спасательный пост. Тут вот такой настил, чтобы можно было подходить сюда. Значит, по настилу, если идти, смотрите, здесь вот такой вот не бетонный, а каменистый волнорез, специально для того, чтобы волны разбивать. И он разделяет пляж на две части. С той стороны такой же самый волнорез. Видите, сколько людей отдыхает. Все под зонтиками, все с собой берут зонтики вот такие большие. Вот, первая часть и вторая часть пляжа. Такая же самая, абсолютно. Вот, опасная зона. В воде крупные камни, написано аккуратненько. Да, вот тут то же самое абсолютно. Такая же самая ситуация. Смотрите, сколько людей отдыхает, не так уж и много. Ходят катера прогулочные вот здесь вот. Здесь часто можно встретить дельфинов, особенно вечером, когда они гоняют эту рыбку. Вот, я сегодня приехал на своем новом друге, сейчас покажу вам. Так, спасалка, и тут же кукуруза, онлайн перевод можно сделать. Вот. Сейчас мы продолжим дальше, я вам покажу все. Тут часть набережной, здешней. Это Прохоровский пляж, сегодня 2 июля. Вот тут движняк идет, значит, на пляже. Здесь заезжают на машинах. Тут же платный туалет, пожалуйста. Вот машин очень много. Мы продвигаемся. Вот эта вот часть бетонная, она была частью вот этой скалы, продолжением скалы. Вот, ну, за место нее сделали вот эту бетонную конструкцию. Ой, напекает голову, ребята, вообще. Хорошо, что я выкупался дома перед выездом. В душик сходил. Тут надпись «Пляжный бар». Можно в бар сходить, если кому-то угодно. Меня спрашивали вот мои подписчики. Значит, вот здесь вот
за скалой находится так называемый дикий пляж. Если дальше пройти, то вас там никто не побеспокоит. Если есть желание купаться голиком, вот, ну наголо там, как вы иногда любите, вот, то можно туда пройти, там никто с камерами не тусуется. Мне даже было такое предложение выдвинуто раньше на старом канале, то что сходи туда, засними как там. Но, ребят, я не представляю себе, как я буду там ходить, и там люди такие вот отдыхают сами по себе. Вот пляж начинается и заканчивается вот такими валунами. Очень прикольно. Вот так вот. Люди здесь тоже купаются. Вода идеально чистая, ребята. Вообще идеально чистая. Вот. И вот вторая часть пляжа, которую я вам не показывал еще. Вот. Всего две части. Вот. Ну, люди купаются. Так, продолжаем нашу запись, ребят. Вот это вторая часть пляжа, которую я вам не показывал. Здесь вот валуны. Валуны такие, и люди купаются даже за пределами этого пляжа. Здесь очень чистая вода и очень красиво. Там даже вот голубь какой-то я вижу, даже их два пара. Вот вдалеке там где-то дорога на Геленджик. Сейчас я вам покажу. Значит, вот смотрите, сколько народу. Вот, смотрите, я сейчас вам покажу, значит, своего нового друга, на котором я сюда приперся. Я не решился ехать сюда на машине. Взял я этого друга из-за того, что он прет из-под меня. Как бы из-под меня вырывает камни. Вот, и поэтому, значит, я на нем катаюсь. Этот друг называется Yamaha ZR. Вот такой вот. Чисто японский агрегат. Я придумаю на него обязательно, значит, какое-нибудь крепление для камеры. Мы будем мотаться на нем, кататься. Вот. И тогда снимать все происходящее. Вот такая вот ситуация на Прохоровском. Всем спасибо за внимание. Всем до скорых встреч.